Ну что, друзья, это счастливый ролик. Кошка-драгобушка, у которой три лапы, уехала домой. Одну лапку ей удалось сохранить. Всего было повреждений на двух задних лапах. Одну ампутировали и одну сохранили. Это наша общая заслуга и общее дело. Благодаря именно вашим репостам кошка и обрела дом. Это очень и очень важно, поверьте. Ведь, рассказывая друзьям, знакомым, кто-то увидит и кто-то заберет животное с лечения домой. А также хотим сказать, что у нас же не только драгобушка после лечения живет в приюте. Есть те, кто на пожизненном проживании здесь, так как у них там недержание, еще что-то. А есть те, о ком мы можем много рассказать, и те, кто действительно достоин обрести дом. Что мы и хотим сделать в июле. А сейчас расскажем и покажем, как драгобушка уехала в Москву. Драгобушка, прощайся со всеми. Пока, котики, мы пошли. Выходи. Выходи сама. Давай. Ты выходи, а ты жди своего часа. Да, на Москву поедешь сейчас. Давай-ка ты. Закрывайся. Все, и на Москву. Новый хозяин Сан Саныч попросил купить переноску. Что мы и сделали, но, кажется, мы ошиблись с выбором. И эта переноска драгобушке не по душе. Но мы нашли выход. Эту переноску отдаем хозяину и собираем для нее пластиковый домик, который ей как раз-таки очень понравился. Она же была застегнута? Да. Ну, почти до конца. Дай-ка я еще раз попробую. Ну, короче, кошка я бы ей дал гудини. Ню! Хвост убирай. Давай, заходи, хвост. Ну все, меняешь место жительства, теперь ты столичная будешь. Передай там привет Ленину. Вот. И рядом кто там еще находится. Короче, всем привет. Давай, удачи тебе. Повезло тебе, звезды над тобой сошлись, и жизнь у тебя будет хорошая. Несмотря на то, что ты трехколесная. Да? Да. Все. Жизнь будет счастливой в частном доме. Кошка поехала. Так сложились обстоятельства, что друг Сан Саныча сейчас как раз находится в Смоленске. Мы передадим ему кошку, а дальше уже Сергей отвезет и передаст Сан Санычу. Жить кошка будет в частном доме. По пути мы с ней ехали, держась лапкой за палец. Я хотела ее погладить, но она схватилась и не отпускала. В общем, очень тактильная и хорошая кошка. Ну что, друзья, вроде бы и хочется попрощаться, отправить кошку домой. Как-то даже грустно. Почти целый год она с нами провела. Все уже привыкли и к ней, и она к нам. Но это для благого дела. Не знаю, как тебя назовут, интересно. Будем ждать роликов про нее, как она доедет, как обустроится. В общем, Александр Александрович, берегите нашу малышку, не обижайте и пишите нам обязательно, как она у вас. Иди, скажи всем пока. Пока-пока. У нас когда попало, у нее две задние лапы были полностью кости. Вообще, ее вылечили, и вот Сан Саныч увидел, говорит, все, влюбился. Привезите мне эту кошку, а тут вы поехали в Смоленск. Ну да. В общем, в ту переноску, вот в эту тряпочную, не советую сажать, но мы ее передаем Сан Санычу, так как он ее купил. Давайте я в эту переноску. Спасибо, до свидания. Давай. Пока, кошка. Хорошей дороги вам.